Вы вместе? Просто попутчики. Но спорю, что знаю, почему она здесь. Видите эту отчетливую линию? Это твоя линия сердца. И она очень глубокая. А в середине разрыв. Поэтому она такая грустная. Возможно, у нее просто такое лицо. Главное, что она снова встретит кого-то. Скоро. Так что ей повезло. Зачем ты написал? Расстался с кем-то? Тебя достала работа? Нет. Только не надо рассказывать, какая у тебя прекрасная жизнь. Будь это так, ты бы не написал «беги» и не сидел бы в этом поезде. Ты написала «беги» в ответ. Скажи, что хочешь меня. Сейчас. Может, сама скажешь. Не хочу разговоров. Я ничего от тебя не скрывал. А есть те, кто ничего не скрывает? Ты хочешь быть со мной? Или есть другая причина? Ты в беде? Тебе не кажется, что мы пытаемся сбежать от того, от чего сбежать невозможно? Я уже не та, что была раньше. Привет! Подбросите нас до ближайшей станции. Если поможете дотащить бурсука до машины, тогда подброшу. Я не хочу останавливаться. Боже мой! Беги. Не говори, если ты не всерьез.